Дорогі друзі, ми продовжуємо, ми вже говоримо з нашим гостем. Ти бачиш, що до нашої студії завітав не просто гість, а справжній Дід Мороз. Раді його представити. Це Іван Поліщук, Ігор Поліщук, перепрошую, організатор пробігу Дідів Морозів та Снігурок. А я думала, це Дід Мороз. Ось так, ну кожен Дід Мороз має своє ім'я. Привітаю вас в нашій студії, спасибо, що прийшли. І так, велопробіг в Ніколаєві. Уже пройшов 27-го числа. Ще й непростий велопробіг, да, а Діда Мороза і Снігурочек. Как такая идея родилась и были ли подобные уже акции? Да, года? Подобные акции были. И не только в костюмах Деда Мороза и Снегурочек. Ну, как бы, дело движется к Новому году, ну, хотелось бы как-то завершить этот сезон, велосезон. Не просто там велопокатушка, а вот таким вот необычным, как бы. С новогодним стилем. Мне нравится само название «покатушка», вот это «велопокатушка». Я думал, велопробег можно. Ну да, классное слово само по себе. Потому что я в интернете как бы смотрел, «велопокатушка», некоторые пишут издания, думаю, ну это так кто-то придумал. Оно, оказывается, так и есть, так и называете, да? Да, да. Смотрите, какие еще акции, то есть были, вот говорим, что не только в костюмах Деда Мороза, что еще? Какие еще стилизированные были? Покатушки. Помимо того, что мы просто катаемся в ближайшие города, там, пикники, помимо этого есть у нас, точнее было, в пижамах катались, был твидран в английском стиле, то есть жилеточки, брючки, там, пиджачки, там, кепочки, трубки там у кого-то и тому подобное. То есть, скажем так, весело живется велосипедистом. Развлекайтесь как можно, вот да? Мне интересно, допустим, в костюме, в брюках я еще понимаю, как ехать, но в пижамах и вот в костюме Деда Мороза, насколько это удобно было? Честно говоря, в пижаме очень удобно было ехать, она очень свободная. Что называется, попробуй. Как любая пижама, это ведь пижама, мне должно быть удобно. Смотрите, как бы, как родилась идея вот именно Деда Мороза и Снегурки, и с кем организовывали, возможно, или это индивидуально, скажем так, было? Ну, в принципе, идею подал я, люди подхватили, это велорух, большое им спасибо. Ребята доставки вело, два колеса тоже подхватили. Ну, мы все любим кататься. Ну, помимо этого, можно как-то еще вот сделать небольшие ответвления, чтобы привлечь людей. Так как сами вчера катались мамы, папы, с детьми люди приезжали. То есть были люди всех, скажем так, возрастных групп. Мы не делимся там. Вы с нами едете, вы с нами едете. Мы наоборот завлекаем людей, катаемся вместе, весело проводим время. И приучаем, конечно, к велосипеду. А какие-то рамки были, вот все-таки там по возрасту, возможно? Или можно было и детям тоже покататься? Дело в том, что дети и катались. Девочки катались, мальчики на маленьких велосипедах. Все ехали в одном темпе, никто никого не обгонял, никто не отставал. То есть свобода действий, все для удовольствия. Ехали одним целым. Смотрите, я знаю, что собирались возле сотки. Какой вообще маршрут был? Ну, маршрут по городу, так как были детки, мы далеко не хотели ехать. И как бы ехать далеко – это не цель была. Цель была собрать людей, веселые лица сделать, поехать по городу, чтобы нас увидели. А такие нас увидели. Машины все сигналили. Вот про это я хотела сказать. Вот это такое ощущение, когда все опускают стекла, снимают на телефоны, и водители, и рядом звезды сидящие YouTube машут, свистят. Полиция ехала, тоже сигналила, мигала нам, махали. Все замечательно. Было бы классно, если бы они еще переоделись. Они сейчас ближе к народу. Да, ну, такой идеи не было. У них нет велосипедов, у них машины. То есть вы внесли позитив на улице города Николаева. Люди к вам все относились только с позитивом? Или некоторые... Нет, именно с позитивом. Только с позитивом. И в мыслях не было... Но я думаю, что к Деду Морозу как по-другому относиться. Все только радовались. Все, что надеются, что подарок может будет, принеса, да. Да. Ну, да. В конце мероприятия мы деткам дарили подарки. Настоящие Деды Морозы. Да, смотрите, сколько вообще человек... Вы подводили ли статистику определенно? Сколько человек собралось на мероприятие? Учитывая, что несколько человек опаздывали, подхватывали нас на второй половине маршрута, в среднем было 50 плюс-минус там 2-3 человека. Солидное количество, я хочу сказать. Представляешь, 50 Деда Мороза и Снегурочек едут, машут ручками, я бы хотела это увидеть. Да, ну я хочу сказать, что можно в YouTube зайти посмотреть Деда Мороза и Николаев. Они уже появились. Видео уже сделано. Да, то есть можно посмотреть тоже. Еще что хотелось бы спросить, вот... скажем так, дети были, взрослые и так далее, будет ли продолжение все-таки? Просили ли участники о продолжении? Да, они говорили, было бы здорово, если
почаще мы проводили подобные мероприятия. Угу. И мы будем это делать. Наша цель – приобщать к здоровому образу жизни людей, деток. Смотрите, дети были как бы привлечения. Знаю, вот когда мы с Велорухом тоже вот, приходили в студию, они, Роланд, как бы, и говорили о том, что там определенные еще инструктажи для деток, как, что, тоже проводили это все. Детки, нет, этого не было, потому что эти детки уже с нами катаются не первый раз. Ага, то есть уже... Не новички. Они никого не обгоняют, они едут как все. То есть все смотрят глазками по правилам, поворотики показывают, когда надо. Ямку увидели, пальчиком показали, то есть... То есть все, в этом так, не было необходимости. А новички, люди, которые только сели на велосипед и захотели принять участие в вашем пробеге, были ли такие люди? Новые, к сожалению, в коллективе, скажем так. Или к счастью, люди были те, которые уже как бы катаются. Новички, понимаете, погода, может быть и тепло было, но для кого-то, не, декабрь, я не буду кататься. А те, кто уже катаются, то есть... Они готовы в любое время года выехать, для них это не будет проблемой. Но я хочу сказать, что погода вчера и порадовала. Действительно, было очень тепло, но, хоть кстати, и без снега, по но поводу было. Декабря, мне интересно, как одеваться, садиться за велосипед, если люди, которые хотят перейти сейчас из машин, из маршруток на езду, на работу на велосипеде. Допустим, оденешься тепло, будет жарко, оденешься попрохладнее, будет холодно. Потому что ветер же дует. Как подобрать одежду для велосипеда? Смотрите, есть термоодежда, которая не продувается. Человек, если двигается, крутит педальки, минут через 5 ему уже будет тепло. Можно минус 10, минус 20 спокойно ехать. Ну, конечно, если нет гололеда. То есть в этом нет никакой проблемы. Единственное, что на глаза что-то надо, наверное, если будет сильно дуть снег. Очки, да. Ну, я хочу сказать, Инна попробует, наверное, да, спрашивает для себя. А, смотрите, еще такой как бы момент, вот опять-таки, как популяризация была этого мероприятия? То есть в своем каком-то тесном кругу объявляли о том, что будет этот пробег? У нас есть группа ВКонтакте, Веломаны города Н. Есть Велорух МКВА. Мы с этими организациями, моей и Роланда, сделали объявление буквально за 5 дней. 22-го она была ночью выложена, 23-го только люди начали замечать. То есть девушка-репортер была, она говорит, я только вчера увидела, допустим. То есть если бы мы выложили это еще хотя бы за неделю, либо за две, я уверен, было бы больше людей ощутимо. То есть ваша идея возникла спонтанно, раз вы так быстро это все сделали? Нет, мы всегда планировали, тут были как бы нюансы по поводу Деда Мороза. Кто-то говорит, можно, в том году особенно такие вопросы возникали. А вот нельзя, это же не наше. Ну, тем не менее... Я считаю, какая разница, Дед Мороз ни в чем не виноват. Да, Дед Мороз и Дед Мороз. Главное, чтобы подарки принес. Это самое главное, тем более, что деткам принесли подарки. Деда Морозов было много, а вот снегурочек, мне интересно, сколько было и вообще, были ли снегурочки? Были снегурочки. Была моя жена, Елена, была еще одна же девушка Елена. Была ее дочка, был наш знакомый Игорь, у него тоже была дочка, и его сын тоже на велосипеде. То есть, скажем так, в таком тандеме уже, Дед Мороз не один был, да. Да, и еще потом, которые люди опоздали, нам приучились, тоже были в костюмчиках, снегурочки. На видео это видно, они есть. А я хочу также нашим телезрителям сказать, что фото и видео мы покажем уже в «Огляде прессы», нашей традиционной рубрике. Со временем еще сейчас считаем наши фотографии, еще и монтируем. Поэтому, ну что ж, спасибо большое, хочу сказать нашему гостю за то, что пришел. Спасибо большое вам. Надеюсь, что не последняя встреча. Будут, скажем так, мероприятия проводиться. Обязательно ждем в гости анонсировать, ну и, конечно же, подводить итоги. Большое спасибо. Спасибо большое встреч. Вам. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Так, действительно, и... Перша новина із розряду позитивних. В городке «Сказка» оживили новогоднюю історію. По весеннему новогоднее шоу проходило в детском городке «Сказка». Чому по весеннему? Потому что действительно тепло. На открытии «Зеленой красавицы» в сказку занесло немало сказочных героев. Среди них и хозяйка следующего года обезьяна, и Лунтик, и Микки Маус, и Снеговик. Эти картинки сейчас мы можем увидеть. Это небольшой фотоотчет того, что происходило в сказке. Хочу сказать, что дети были действительно счастливы от того, что происходило вот там, в сказочном городке. Ну, как всегда, умеют, да, удивить. Наступна наш чёрный смысл. Я хочу сказать, ещё наступна новина,
просто стосується інформації, яку ми надаємо з самого ранку, про те, у яких країнах які традиції святкування Нового року. Отож, ніколаївці встрітять Рождество в американському стилі. Їх приглашають встрітить Рождество в кругу друзів. Благотворительний концерт «Запах Рождества» состоїться 8 января в 16:00. Всі знають, що Рождество – це праздник добра і тепла. А що може бути краще, ніж розділити це добро з другими? І молодіжна організація «Jet Set» приглашає всіх на благотворительний концерт «Запах Рождества», посвящений столь теплому дню. Мероприятие будет проходить в самом центре города, в доме учителя, по проспекту Ленина, 166. Николаевцев ожидает выступления от творческого объединения николаевских талантов, конкурсы с ценными призами, а также рождественская программа в американском стиле. Ну, я уверен, что будет интересно, но, конечно, вот все-таки тенденция идет, да, праздновать не по-своему, а как-то по-чужому. Но будем надеяться, что пройдет этот вкус праздновать по-чужому, уже придет... Ты знаешь, такое... я думаю, что украинские оливье, украинские сальце та холодець никто ніколи не витисне з наших традицій. Розумієте, їй все, аби тільки поїсти. Всі традиції заключаються в поїсти. От так. Вітю, я навіть промовчу. Так, йдемо далі. І наступна новина у мене також про ялинку. В Варварівці відкрили новогодню ялинку. У мікрорайоні Варварівка відкрили новогодню ялинку і провели традиційний праздник талантів «Созвездие 2015» на нагороді лучших учнів Варварівської школи номер 60 за успіхи в учебі, за творчі і спортивні досягнення. В гостеприимном залі Дворца культури і досуга зібралися батьки і педагогічний колектив школи, жителі мікрорайона. Мер Николаєв Олександр Сінкевич щиро поздравив жителів мікрорайону з наступаючими праздниками. Пожелав крепкого здоровья, любви и семейного счастья. Я думаю, это самое главное, что должно быть в новом году. Ты знаешь, ведь у нее новорічний настрій відчувається, у нас и новини новорічні. Ось для когось Новий рік – це подарунки які? Під ялиночку щось коштовне, а для когось це відремонтована вулиця. Вот, например, в Николаеве отремонтировали улицу Защука. В Заводском районе завершили капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Защука площадью 910 квадратных метров, а также капитальный ремонт дороги по улице Пролетарской площадью 1100 квадратных метров. И работа по благоустройству района будет продолжена. Я думаю, что это найкращий подарунок для людей, тому що ось особливо для нас, дівчат, які полюбляють і підбор, і гарненьке взуття. Ото ви псуєте, я хочу сказати, своїми підборами, викришуєте асфальт. Вітюню, Вітюню, для нас ну, скільки там тої ваги, щоб викришувати асфальт? Ну, да, а ось тяжка техніка, яка ходить по вулицям Миколаєва, оце заборонено. В студії вм'ятину вже зробив, а тут бетон. Що тут говорить про залізо? Ой, Вітюню, хто б казав, Катечку сьогодні з'їв і прямо не влазиш у камеру. Ну що ж, друзі, дійсно, будемо сподіватися, що справа по благоустрою міста буде продовжуватися. Проте, знаєш, говорячи про дороги, буквально нещодавно з'явилася на відтину дорожному від Миколаєва до Кіровограда такий надпис, бігборд, дякуємо за відремонтовані дороги. Так, я також бачила цей надпис, але я не знаю, чи це іронічно сказано, це іронічно, тому що не їздила. Іронічно було сказано, тому що дорога вбита просто неймовірно, на ній навіть іти важко, тому що просто можна, знаєш, ідеш і провалився в яму, а не те, що говорити вже, щоб їхати. Тому хтось, якийсь активіст, так злегка підколов іронічно Укравтодор, подякувавши за неймовірно відремонтовані дороги від Миколаєва до Кіровограда. Ну що хочу сказати, коміки живуть у Миколаєві. Ну що ж, ну дійсно, можливо, якийсь результат хоча б буде, тому що, чесно, дорога, мабуть, найгірша, з яких я взагалі в житті бачив. Мабуть, про дороги якнайкраще можна розказати велосипедисти, яких ми вже бачимо на задньому екрані нашого телевізора. Так, дійсно, тому що наступна наша новина, вона пов'язана із першим нашим, до речі, гостем. Це велопробіг Дідів Морозів та Снігуреньок. Бачимо зараз кадри. Я нагадаю, що 27 грудня відбувався цей велопробіг і була можливість, або плюс 11. До речі, дорогі друзі, збиралися вони біля сотки і маршрут був містом. Могли взяти участь абсолютно усі бажаючі, хто має велосипеда або ж міг взяти його на прокат. Бачимо, що найголовніше це був дрес-код, хоча б від Діда Мороза цю шапку одягти, ну і звичайно ж костюми. Бачимо, що жінки також одягалися у костюми Дідів Морозів, але і про костюм Снігуречок. Можливо, це Снігуренька, яка просто змінила колір свого вбрання. Для яка вона гарна, дійсно Снігуренька. Ну, бачите, найголовніше, що було неймовірно багато позитиву, і будемо сподіватися, що подібні акції будуть відбуватися в місті Миколаєві, а не останній раз, тому що це дійсно популяризація екологічного транспорту і популяризація здорового способу життя, що найголовніше в нас час, тому що всі в основному на роботі цілими днями вдома прийшли за комп'ютером, сидимо зранку знову за комп'ютером цілими днями, сидяча форма. Ось так виходимо і святкуємо Новий рік.